Добрый день, дорогие мои! И сегодня мы с вами поговорим о фукоидане. Это такая водоросль, которая сама себя лечит и сама приводит себя в порядок. Вообще фукоидан – это общее название химического вещества, которое содержится в этих водорослях, таких как комбо и мадзуко. Вот. Эти водоросли, они имеют такую слизистую оболочку, и во время приливов, кстати, они находятся в Азии, это в Китае и в Японии, вот, и во время приливов эти водоросли выбрасывают на берег, и потом после отлива они остаются на берегу под палящими лучами солнца, но когда они снова попадают в воду, они начинают продолжать жить дальше. Так вот, свойства фукоидана открыли буквально, ну, скажем, совсем недавно. И случилось это так, что одна из работниц, у которой была онкология, но она работала по сбору этих водорослей, у нее стали, через время у нее стали красивые руки, и вообще ее состояние улучшилось, потому что она их начала, эти водоросли, применять в пищу. И один такой умный ученый сказал, что в косметической компании, если нет средств с фукоиданом, то эта косметическая компания, она недостойна того, чтобы у нее вообще что-то покупали. Так вот, в нашей корпорации есть целая серия с фукоиданом, то есть с водорослями фукоиданы. И сегодня я вам их покажу. Это то, чем я пользуюсь сама. Вот у меня целое богатство. И я постепенно вам сейчас все о них расскажу. Ну, начнем, наверное, с тем, что сейчас я не буду пробовать, а просто расскажу. Это вот ночная омолаживающая масочка. Вот ее я использую на ночь. То есть после того, когда я полностью умыла лицо, очистила от всех загрязнений. Я ее наношу на ночь тонким слоем, и я не смываю ее больше, потому что она у меня впитывается очень хорошо. И она у меня получается, вот эта вот масочка, она получается как ночной крем. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Вот, значит, ну вот такой вот у нее, как бы, видно? Видно, да. Вот. Очень легко, нежно она разносится по лицу, то есть небольшое количество вы видели, да, вот мне хватило, в принципе, вот на всю поверхность моей руки. Следующее, то, что я использую, это вот такие вот, вот такой вот гель для области век. То же самое, наносится небольшое количество, я наношу сразу на глаза, то есть я не капаю сюда, вот я капельку наношу на область век, вот, и после этого, значит, я вот так вот все это разношу по косточке, которая у меня, значит, вот, ну, глазница наша, да, вот, с легким массажем. Кстати, пока вы наносите крем, вам такой открою секретик. У нас вот в этом месте, вот если вы пощупаете, у нас есть такие, ну, такая вот как бы небольшая ямочка. Вот, и если вы ее будете массировать в течение там 30 секунд или минуту, вот, то ваше зрение будет постепенно приходить в норму. Это такая вот точка, которой пользуются наши друзья-китайцы. Вот, после того, как вы нанесли крем, вернее гель, да, вот я вам покажу еще поближе, вот я нанесла его на руку, вот, видите, он такой прозрачный гель, тоже очень хорошо он впитывается, легко, вот, ну, то есть, очень быстро. Да, Мариночка, вот, очень идеально он подходит для сухой кожи, вот, просто идеально. Сухая, вот у меня сухая чувствительная кожа, так это вот мой крем. Вот такой крем дневной. Вот он с крышечкой. И еще я туда пальчиками никогда не залазю, чтобы не заносить туда никакую инфекцию. У нас есть вот такие вот специальные лопаточки, да. И вот я лопаточкой достаю небольшое количество крема.
Вот, видно, да? Вот, и этого крема, в принципе, достаточно для того, чтобы нанести полностью на всю мою кожу. Вот, то есть мы наносим и массажными движениями, мы не вниз тянем нашу кожу, а все мы к ушкам. Все, вот, не затрагивая область век. Вот, лобик тоже, сюда же спускаемся к ушкам. А здесь по щечкам, по подбородочку, вот все мы наносим, все идем. Делайте небольшой такой массажик, это помогает вашей лимфе разгонять кровь. И, ну, будет улучшаться цвет лица, вырабатываться коллаген, вот, и ваша кожа будет выглядеть намного приятнее, намного лучше и моложе. Вот, вот этот крем, вот, то есть, еще раз, да, для век, дневной крем, и вот эту маску я использую вместо ночного крема. И дальше, когда крем впитается, а он впитывается тоже очень быстро, я использую вот такую вот тональную основу. Тональная основа называется у нас CC. Значит, она подстраивается под тон кожи, она находит все недостатки, которые у нас есть, если есть они, да, выравнивает тон кожи, независимо от того, какая у вас кожа, темная, светлая, то есть он берет и подстраивается. Вот сейчас я вам это продемонстрирую. Вот, вот мы, у меня уже заканчивается, правда, вот он, потому что, ну, использую, да, сейчас. Вот, вот я небольшое количество, вроде как он темненький такой, да, вот. И вот сейчас я его нанесу на ручку. Кстати, вот крем, который я наносила на эту руку, да, он у меня уже впитался. Вот, и вот посмотрите, сейчас покажу, вот. Ну, как бы, вам не видно, да, вот, мне видно, вот, ну, разница есть, да, вот, в руках, вот, которая с кремом, которая без крема, и морщин меньше, и выглядит она лучше. Вот, вот такая вот удивительная серия для сухой, чувствительной кожи, вот, еще раз вам просто покажу, чтобы вы ее запомнили, вот, с водорослями Фукейдан, которые сами себя восстанавливают и которые помогают омолодиться нашей кожи, помогает восстанавливаться нашему коллагену и борется с морщинками, которые вдруг появляются. А они появляются, к сожалению. Вот. И поэтому, девочки, берем на заметочку и бежим быстренько в любой сервисный центр магазина Тиандэ, либо на сайте заказываем, ссылочку я оставлю под видео, вот, и радуем свою кожу. Пока-пока!